Добрый день. Болотные озера. Попытка номер три. Да. Попытка номер три. Не были недели уже. Снегу нападало по самые не хочу. Посмотрим, как в этот раз будут окушки клевать. Красота, солнышко, теплынь. Уже едут. Кто-то. Конкуренты едут. Ладно. Конец апреля. Не знаю, снегу нахрен, я не знаю, как будто еще февраль. О, на лыжах еле едем. А лыжи снять сразу вот так. По самые эти клубни. Надо уже на светуху ехать, леща ловить, на удочку на летнюю. А мы еще вон. Еще последний лед, еще полметра лед. А? Но. Да что еще? Вот еще раз ходим. Зима зимой. А люди у нас уже на свирь поехали на лодках, на моторках. Уже по чистой воде окуня, щуку ловить. Офигеть. А мы еще с мормышками на лед. Пришли. Мелочь, мелочь. Начали красавчики клевать. Пузанчики начали клевать. Денек шикарный, солнышко, тепло. Будем ждать. Фу, погода сегодня вообще жара, оделись. Вообще такая жарища, бля. Уже градусов 10, наверное, если не больше, нахрен. Фу. Красота. Лето, но. Мощная поклевка была, здоровая. Редко, но клюют. Редко, но поклевывают. Что-то сегодня то ли солнце такое ядовитое, мне не это. Редко, но берут. А? Ага. Еще один. Еще один, да. Но очень редко, очень редко. Даже камеру включаешь, рыба не берет никогда. Очень редко берет. Сегодня. Может, с обеда расклюется. И сегодня какие-то светлые. Может, у нас черные были. Может, с обеда подойдет. А то еле тыкает. О, еще один. Третий в одной лунке. Раз, полчаса клюнет. Сиди его, жди. Так, потихоньку, может, наловим. О, какой хороший клюнул. Как саданул. Еле в сотку зашел, в лунку. Красавец. Хорошенькие начали поклевать. Единички, но клюют все-таки. Как всегда, костерок, чаек. За шарацы. Ой, мясо жарим. Сегодня что-то жарко вообще.
давит, тянет чудом. Мне кружит. Я утром, знаешь, как сижу, у меня как-то вот так. Вот так, да? Вот. Неврология пошла. Знаешь, как вот не могу сфокусировать, вот надо место остановить. Если мы что-то прогорит, все равно ничего не закрыло. Ой, что-то лень. Вообще пиздец. Как думаете, я слышу? Как мы тогда пошли на верном пути? Мы лучше было ходить уже. Хорошенький. Еще клюнул. Один с трестой. В метре ни хрена не берет. В траве берет. Берет. О, красавчик какой. В самой траве берет. Метр в сторону, все. Хрена не берет. Вот какие ребята. Thank you.
Еще один. Хороший. Все. Еще один. Еще один. Красавчик. Какой напоследок саданул, парень. Уже аккумулятор садится, домой уходить. О, какой саданул. Красавчик. Таких-то побольше. Еще редко сегодня клюют, но все равно. Нормально. Ух, парадный. О, под конец еще клюнули. Один за одним. Какие ребятки. О, пушочки. Шикарные. О, нормальные ребята. О. Так, потихоньку, потихоньку все они нашкерили. Ну все, заканчиваем съемку, домой. Камера садится. Красота. Ну вот мы и дома. Приехали сегодня, вроде не клевало, а так вот целый таз наловили. Так что вот так, не знаю, последний раз еще ездим. Еще можно недели две ехать. Но мотылей нет, надо где-то мотыли доставать. Мотыли будут, еще раз поедем. А такие же пушков будем ловить. О, хороших. Еще шевелится. Так что вот так. Еще может быть еще пару раз, если мотыли найдем, еще может пару раз съездим. Покажем вам. Так что вот так, такие дела. Всем пока.